Здравствуйте, мои маленькие художники и большие помощники. Сегодня мы будем лепить первого героя Пи из серии «Залипаки». Магазина «Перекрестка» в нашем городе нет. Я нашла в интернете всех героев и постепенно вылеплю их из яркого, легкого пластилина, который вместе со стеками пришел ко мне из интернет-магазина. Ссылка на товары детского творчества будут в описании. Я никогда не лепила из такого пластилина, вот заодно и протестирую его. Итак, вы подготовили рабочее место, пластилин, набор стек, салфетку, у вас все получится, начнем. Первое, для основы у меня нету голубого цвета, и поэтому я возьму темно-голубой пластилин и смешаю его с белым. Получится у нас светло-синий цвет. В руках мы все перемешаем тщательно-тщательно. И действительно, пластилин очень воздушный, щелкает в руках, очень нежный и приятный на ощупь. Второе. Делим массу на части. Первая большая, которую катаем в конус и загибаем узкую часть в хвостик. Скажу сразу, что у меня не с первого раза получилось ровненько скатать форму. Пластилин нежный и любое нажатие деформирует заготовку. Третье. Катаем два круглика для глаз. Ну, это, конечно, легко. Четвертое. Теперь лапки. Скатаем колбаску, разделим ее на 4 части и сделаем форму. Ребята, мы сидим на карантине, и я делаю съемку перед окном. Поэтому лучики солнышка вот так светят красиво на мой рабочий стол. Пятое. Из оранжевого или красного цвета пластилина катаем колбаску для ротика. Шестое. Из черного пластилина малюсенькие кругляшки для зрачков. Вот у меня они не получаются, потому что они очень-очень маленькие. Седьмое. Из белого пластилина катаем два глаза и колбаску для зубов. Итак, у нас все части готовы. Мы уберем рабочую зону, упакуем остатки пластилина, протрем стол и приступим к сборке монстрика Пи.
Восьмое. Собираем глазки, все заготовки соединяем и прикрепляем к голове. Говорят, что залипаки – отличная игрушка для детей и антистресс для взрослых. Девятое. Красную колбаску для ротика примеряем и отрезаем ненужную часть. Кстати, очень приятный к ощущениям пластилин, но он совершенно непослушный. Десятое. Прикрепляем три зубика. Одиннадцатое. Берем 4 заготовки для лапок и осторожно соединяем с туловищем. Вот и все. Наш залипака Пи готов. В следующих видео я продолжу лепить героев из данного набора. Не пропустите наши мастер-классы и подпишитесь на канал. Творческих успехов и вдохновения вам, мои маленькие художники и большие помощники. Радуйте себя и близких моментами творчества. Спасибо, что лепили с нами дома.